От дурной славы пора избавляться. В Савинском районе, где только сданные в эксплуатацию дома для переселенцев из аварийного жилья буквально трещат по швам, началось строительство нового на 41 квартиру. Цена контракта – 38 миллионов рублей. Дом из пескобетонных блоков должен быть готов к августу 2017 года. Получится ли наспех построить качественно – вопрос открытый. Пока с уверенностью можно сказать одно – работу подрядной организации будут тщательно проверять на всех этапах строительства. Мы график будем отслеживать ежедневно. Еженедельно будут докладывать лично мне. Любой сбой, будем идти на расторжение контракта, применение самых жестких мер. Но вот познакомился я с представителем подрядчика, я думаю, что нам не придется этого делать. И в сентябре дом будет готов.